Всем здравствуйте, кто зашел на мой канал. Сегодня я буду работать с кофтой, в которой я буду ставить карманы в рельефном шве. Кому интересно, ребята, присоединяйтесь. Вот я подготовила, уже практически готов кармашек на одной стороне. А это детали кармашка, который будет с другой стороны. Две обтачечки. Карман называется в рамочку. Мешковина. Одна мешковина, вторая. Она будет два в одном, будет подзор и мешковина. То есть вот так будет. Вот так. Вот смотрите, как я справилась практически до конца уже. Вот с кармашком. Смотрится неплохо. Подзорчик, видите, синий. Подобрала в цвет. Ткань, а вернее это не ткань, а это тесьма для подшива брюк. Вот так. Ну, в цвет попадает. Ну, хорошо. Сейчас я буду делать второй кармашек. Вот у меня подзор. Он и будет являться одной из частей мешковины. Мешковина и две обтачки. Сейчас я буду пристрачивать. Итак, одной из сторон рамки, видите, здесь я сделала надсечки. Значит, подзорчик буду пристрачивать. Затем буду обтачивать обтачкой. То есть делать рамочку. Так, пристрочила я подзор. Теперь сейчас я делаю уже рамочку. Сторона готова. Одна сторона готова рамочки. Теперь я делаю вторую. Значит, подколола здесь надсечки у меня, да? С одной стороны, с другой подколола мешковину. Изнанка к изнанке. И сейчас я буду прострачивать от надсечки до другой надсечки. Смотрите, с одной стороны я прострочила, и теперь я буду вот так перегинать и делать вторую строчку закрепляющую. Так, теперь нужно застрочить по этой линии с одной стороны и с другой стороны. Вот такая рамочка вышла, вернее, карман в рамочке. Но еще это не до конца, это только я проутюжила, посмотрела, ну вроде бы неплохо. Сейчас буду оформлять внутреннюю часть, подрезать мешковину, затем на оверлок, и на этом будет все. Так, смотрите, осноровила я уже мешковину, и сейчас вокруг я просто оверлачиваю. И потом покажу вам готовый результат. Последний штрих. Я решила закрепить мешковину строчкой. Отделочная строчка. Сейчас подберу ниточку под цвет. И вот так прострочу. Тем самым мешковина не будет болтаться внутри изделия. Вот смотрите, я вот так вот вокруг иду. Ниточка точно подобрана. Сюда захожу. Можно сделать здесь закрепочку, не помешает. Итак, смотрите, уже общий вид, общий план. Вот такие кармашечки получились. Клиентка уже пришла, поэтому долго рассказывать не буду. Ребята, сдается. Сейчас попытаюсь снять эмоции.
Итак, your order is done. Looks perfect. That's exactly what I wanted. Say a couple words about my job. You glad, honey? You glad? I like it very much. Okay.